Всем привет, с вами Всеволод Степанов, это мое новое видео One Creek 8 Spots. В комментариях вы писали, чтобы сделать 360 рехилл, самыми частыми комментарии были именно они. Но из-за того, что сегодня скотворка опять только Саша, а он этого боится, это мы играем. Будем играть потом уже с Алексом, а сегодня мы поиграем в Double VIP. Я думаю, все из вас знают, как играется этот челлендж, но кто не видел мои предыдущие видео, я сейчас объясню. Суть этого челленджа, что вы находитесь в скейт-парк или какой-нибудь стрит, место, где полно спотов, выбираете несколько спотов, там, например, 5-8, не принципиально. Выбираете один трюк, который вы будете делать на выбранных вами спотах. И у вас есть 5 попыток, чтобы сделать этот трюк. Если никто не сделает, никто из вашей команды не сделает этот трюк, то вы делаете по очереди, пока кто-то не сделает его первым. Победителем считается тот, кто сделал этот трюк в большем количестве фигур. Это все. Саша за камерой сейчас стоит, смотрит, как я там выгляжу. Ходили. Мои видео набирают примерно 30-35 лайков. И давайте сделаем так. Если вы хотите, чтобы мои видео выходили каждую неделю, под этим видео пусть наберется 50 лайков. И смотрите, будет такая схема. Под этим наберется 50 лайков, в следующие выходные я выпускаю видео. Если и на том видео наберется 50 лайков, то через следующие выходные я опять выпускаю видео. И так постоянно, докуда вы не перестанете делать эти 50 лайков. Ну все, можете играть, как всегда. Как и всегда, в парковой части будет фанбокс, спайн, квотер и радиус. Спайн мы сделаем дабл, фибл и аут. Мы все-таки решились это сделать. Дамы и джентльмены, дабл вип в квотер. Он высотой с меня, значит, на 1.70 м высоты. Виско! И надо делать дабл вип. Я очкую, да. Саша нет. Он выиграет, наверное, этот гейм, потому что, ну, просто я не могу это сделать. Он делает. Увидим, кому же повезет. Погнали. Каким-то совсем странным способом я смог отъехать дабл вип в квотер, хотя я очень боялся. Не знаю, как мне это получилось, но все-таки форковую часть я выиграл, потому что Саша не сделал дабл вип в квотер. Теперь мы переходим к стритовой части, да? Будет пирамидка и еще другие комбинации, которые я скажу попозже. Сейчас наша задача дабл вип через пирамиду. Последняя комбинация, наверное, уже показываю. Дабл вип наверх. Дабл вниз. И сегодня будет 108. И нет. Даунсайд.
Вот и все, закончилась наша игра. Я выиграл, потому что Саша не сделал дабл в Half-Pipe. Мы бы не сделали дабл Downside V, потому что мы уже очень устали. Поэтому сегодня так закончим. Не забывайте ставить 50 лайков, чтобы видео выходило каждую неделю, смотреть и подписываться на этот канал, чтобы видеть другие мои видео. Увидимся в скором будущем. Пока.